Регби с 2016 года – олимпийский вид спорта. Но играть команды будут в его разновидность – регби-7. Кубок мира, третий в рейтинге самых популярных, проводится по регби-15. Он отличается от олимпийского количеством игроков и некоторыми правилами. В команде 15 спортсменов, и во время матча разрешено практически все, кроме удушающих приемов. Наша команда «Молот» появилась в Чувашии 2,5 года назад. С командой из Нижнего наши встречаются в турнире второй раз. Первый матч на выезде 31 марта «Молот» выиграл со счетом 19-12. К ответной встрече нижегородцы подготовились. Матч закончился со счетом 40-0. Как говорят наши игроки, соперники из Нижнего опытнее и физически сильнее. «Молот» – команда молодая, в ней играют школьники, студенты, есть рабочие. Огромную поддержку ребятам оказывает и игрок из Франции, который в начале года приехал жить и работать в Чебоксары. После двух матчей чебоксарская команда делит второе и третье места. Следующую игру «Молот» проведет 5 мая в Вишкар-Оле. Это в Москве пройдет Кубок мира по регби. Там, кроме матчей профессионалов, предполагается и турнир среди любителей, в котором намерен принять участие и чебоксарский «Молот». Татьяна Молокова, Республика.